Его хватает на все 4 раунда. Ну дай бог, хватит. Ой, отлично. Отлично, попал. Ага, пропустил, сильно-сильно пропустил. Ой-ой-ой-ой-ой, ну что ж такое-то? Да. Когда-то Лидана несколько раз ударил в воздух. Ну и я хочу сказать, Александр, кубинский боксер устает. Конечно, конечно. Но если кубинец устанет, меня это не огорчит. Продолжается это. Рубка, преимущество Тищенко растет. Вот сейчас выходит на передний план физическая подготовка. Я много раз об этом говорю. Когда боксер устал, Александр? Устал. Хороший сейчас левый боковой опять. И вот здесь, вот хорошо же поймал. Видели, как он его поймал на ногах? Да. Когда-то Лидана несколько раз ударил в воздух. Да, ну кажется, наш олимпийский чемпион одержит первую победу этим вечером и исправит несколько настроений. Александр, давайте мы не будем с вами сейчас говорить о том, что закончится бой, и мы с вами вздохнем немножко. Будет до самого конца. И самое главное, что они немножко похожи, они серийные, поэтому бой очень красочный. Да. Ну, дамы и господа, вы сами слышите, что творится в зале. Yeah.